всех накормила. Все, надо идти домой. Блин, вот мне одному интересно, что это у нее за дела такие, да и вообще, как эти люди живут. Меня тоже интересует этот вопрос. Как думаешь, Мика и Хрюша думают об этом? Ох, не знаю, не знаю. Что-то новенькое и на вкус очень странно. Господи, что за дрянь? Бле! Да уж, согласна. Эй, Ластик, ты где? Осмелюсь предположить, что мы каким-то чудесным образом стали людьми. Что? Ребята, мне кажется, мы все люди. Как мы будем дальше жить? Спокойно. Сейчас мы пойдем к Ксюше и попытаемся что-то решить. А, точно считаю, что мы придем домой к Ксюше, которую еще найти надо, и скажем. Ксюша, мы немного людьми стали. Ты вообще в своем уме? Успокойтесь. В любом случае нам здесь оставаться нельзя, так что... Пойдемте. Куда мы пойдем? Ты хоть вообще знаешь? Мы даже не знаем, куда идти. Как обычно, Хубэй сидит без причины. Без причины? Ты хоть понимаешь, что мы вляпались? Ладно, я пойду. А эти машины точно не опасны? На что мне этот зоопарк? Скоро придут дети на тренировку. Так что нам надо идти. А то иначе придется объяснять, кто мы и откуда, и вообще все по нему. Приветик. Ну вы молодцы, конечно. Как нам теперь ее разбудить? Эй, ты в порядке? Ксюша. Молодцы. Ты в порядке? Вы кто? Мы твои лошади, которые стали людьми. Понятно. Слушай, Ксюша, это можно есть? Нет. А это? Интересно. А это? Так, стоп, ничего не трогайте. Ясно? Вы поняли меня? Ничего не трогайте. Итак, это видео было о том, как, я думаю, мои лошади стали людьми. Возможно, они стали совершенно иным путем людьми, но... Каким? Если у вас есть другие варианты, то пишите о них в комментариях. А с вами была я, Ксения Кузнецова, мои прекрасные лошади. Всем пока!